1 ноября в нашей стране отмечается День судебного пристава. Праздник установлен указом президента Российской Федерации в 2009 году. На эту службу государством возложены задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, принудительному исполнению судебных актов и актов других органов должностных лиц, реализации полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера. Кроме того, судебные приставы ведут реестр организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, и осуществляют контроль за их деятельностью. Сегодня, поздравляя сотрудников службы с праздником, главный судебный пристав региона Надежда Семенова отметила, что они выбрали себе не самый легкий жизненный путь. Я все равно уверена в том, что все наши с вами шаги, да, они правильные и все равно дают тот нужный результат каждому гражданину, который к нам обратился, каждому юридическому лицу. И я уверена в том, что наша служба достойно выполняет те задачи, которые стоят перед ней государством. Сегодня награды органов государственной власти получили опытные сотрудники службы судебных приставов. Отмечены победители конкурса научных работ и конкурса «Юный правозащитник». Об эффективности работы судебных приставов говорят данные статистики. Тверскими приставами взыскано более 7 миллиардов рублей в пользу взыскателей. Из них 1 миллиард налоговых платежей и сборов, 240 миллионов административных штрафов, в том числе 80 миллионов штрафов ГИБДД. Возбуждено более 765 уголовных дел в отношении должников по алиментам. И это лишь доля статистики за 2021 год. Служу России, служу закону. Правительство, присягу принял. Поздравляю с принятием присяги. Накануне праздника в музее Калининского фронта прошла торжественная церемония принятия присяги. Мирно, Равенина, Срединов. Товарищ подполковник внутренней службы, сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области для приведения к присяге. 9 вновь назначенных сотрудников управления дали клятву честно и добросовестно служить Родине и закону. В присутствии руководителя управления главного судебного пристава Тверской области подполковника внутренней службы Надежды Семеновой, вновь назначенные судебный пристав-исполнитель, ведущий дознаватель и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов присягнули на верность долгу. Они поклялись защищать права граждан, интересы общества и государства, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов. Они сегодня присягают на верность нашей службе. И мне кажется, что в любом случае, вот и сам момент, да, и то, что сотрудники говорят эту клятву, да, все равно какие-то слова останутся внутри, и торжественность этого момента еще, да, вот перед наступлением профессионального праздника, она в любом случае останется в сердце каждого. Вот. И я надеюсь, что действительно это не просто слова, написанные в тексте присяги, да, а это то, что останется в душе каждого. Почетными гостями торжественной церемонии стали ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Афанасьев и члены общественного совета при управлении. Еще в советских вооруженных сил и до этого, до 17 года, в вооруженных силах Российской империи, советских вооруженных сил и Красной армии. И сейчас в Красной армии, в советских вооруженных силах введен такой документ, как военная присяга. Почему принимается каждым лично, индивидуально человеком этот документ? Присутствие своих товарищей, своего подразделения, взвода, полка, дивизии и так далее. Потому что каждый гражданин государства отвечает за ценности, за людей, за все то, что живет в нашей земле, в воде, лес. Это наше богатство. И каждый гражданин должен нести личную персональную ответственность за это все.